home. Yes, pull him over! Здравствуйте. Ха-ха-ха.
bad he didn't lose it, you fucking idiot. Селфи сделать. Вы сами мои мужчины. Ой, так на электричке не упал. На электричке нет. Побегу. Обалдеть. Ебать, куда он гнал? Ого. Телефон не дорого. Догонял вообще нет. Охренеть. Ментор. Обалдеть. Пиздец, у него... Насмотревшись в детстве голливудских блокбастеров, я не увидел ни бешеных скоростей на хайвеях, ни сонных девиц, заполонивших все центральные улицы. А с Майами вышло и вовсе удручающе. Белоснежный песочек пляжей у изумрудного океана оказался весьма-весьма замусоренным от картонных стаканов из-под кока-колы. А прибрежная волна состояла сплошь из мутной пены вперемешку со склизкими водорослями. Красивая гламурная жизнь, щедро показываемая в сериале «Полиция Майами. Отдел нравов», на поверку происходила лишь на крохотном пятачке в центре города, остальные кварталы которого были щедро набиты кубинцами, удравшими со своей родины и теперь криминально промышляющими в благополучной Америке. Именно такое же разочарование ждало меня, когда я впервые приехал в страну восходящего солнца. Токио оказался весьма сумрачным и тесным. Ожидаемые на каждом шагу чудеса электроники и робототехники мне на глаза не попадались. Да и магазины электроники, собственно, откровенно проигрывали наши горбушки и по новинкам, и уж тем более по ценам. Сеул. Я ждал встречи с сильным экономическим азиатским драконом, а столкнулся с клубнищами, разваливающимися на... Access Banco. Oh my god, did that person just cut off her cup? Please. Oh! Yes! Oh my god! Yes! I've waited my whole life to witness this. I swear to god. Maybe just wait. I don't want to be pulled over as well. Please.